Грузовик с установленной 23-миллиметровой автоматической пушкой ЗУ-23-2, в настоящее время используется нашими войсками. В качестве базы была выбрана сервисная техника, работающая в аэропортах. Основным ее предназначением является удаление из туалетов самолетов отходов жизнедеятельности. Зенитная установка смонтирована на обширной удобной платформе. По сути, внутри находится бак для жидкости. Имеется проблесковый маячок. Не знаю, будет ли поглощать машина отдачу, если наполнить бак водой. Возможно будет, но в таком случае она станет тяжелее, а значит повысится давление на колеса, расход топлива, уменьшится проходимость и так далее. Потому нужно смотреть по ситуации. Тем не менее, в качестве платформы для зенитки она удобнее, чем ГАЗ-66. ГАЗ-66 еще менее стойкий из-за высокой базы, при стрельбе большая раскачка. Так что, видимо, выбор платформы для пушечной зенитной установки был сделан верно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.